Доброго времени суток, с вами Саймон, и мы продолжаем играть в Prison Architect. Вот, в прошлой серии мы, многое сделали. Во-первых, мы почти достроили наш жилой блок, новую прачечную построили, да, последовали советам многих людей, да и, в общем-то, практически все. В общем-то, я посмотрел на английском, что от нас требуется в этой комнате, да, досрочного освобождения, ну... Как вы видите, активно. Просто не знаю. На английском я так почитал. Да все выполнено, все нормально. Я просто нажал вот, например, начать, да, и все пошло. То есть вот добавилась еще одна программа, да. То есть, но и пресса значок активно. Я просто удаляю эту программу, и вот все активно. Скорее всего, это какой-то баг просто. Скорее всего, так и есть. Также указано, что вот, что программа должна быть только, так сказать, ну, не должна затрагивать свободные часы, так вот, свободного времени. Вот, давайте переместим ее тогда уж. Ладно, пусть будет утром, вот у вас столько времени. Так, мне не нравится теперь, почему вот так все это. Ладно, это пройдет. No teacher. Я сломал игру, что ли? А, что? Окей. Прекрасно, да? Мне кажется, это очень плохо, поэтому давайте встретимся с вами через секунду, я загружу сохранение. Вот. Я снова с вами. Вот. Так, не туда нажал. Запускаем. Фигню вот эту, да? Вот видите, как я это сделал? Вот. Все. И не трогаем. Все. Чтобы ничего не сломать. А то мало ли. Вот. Ладно, что ж. Во сколько там начинается, давайте посмотрим. Активно уже, да, там? С 6, по-моему. Угу. Вот, наш начальник сюда пришел и хитрен потом. Что это? Все, нормально. Сбросься. Все. Ну, забагованная игра немножко еще, но. Да ладно уж. Посетитель. Это адвокат Смитча был. Угу. Так, здесь почему-то до сих пор не поступает вода. Боюсь, что очень длинная вот эта вот фигня получилась. Потом давайте попробуем сюда вот так вот сделать. И вот так вот. Так, прекрасно. Сюда надо поставить офисные двери. Хотя нет, давайте просто демонтируем эту фигню всякую. Нет, 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 надо поставить все-таки офисные двери, мне кажется. Потому что если что, чтобы все тут могли закрыться. Окей. Ну вот, например, наш начальник тюрьмы, шериф, уже готовы. Так, окей. Значит, вот здесь что-то непонятное с доской. Да, давайте его утилизируем и купим новую лучше уж. Вот, 7 заключенных хотят пройти эту программу. Отлично, мне кажется. Только, по-моему, все спят. Окей. Но мне кажется, все равно это не помеха. Кто-то, думаю, да и придет. Я очень на это надеюсь, по крайней мере. Что кто-то придет. Иначе придется все-таки убивать... Блин, убивать. Убирать наши драгоценные рабочие часы. Ну вот, например, вот это вот время в 9 работа. Можно ее отменить вполне, мне кажется. Нет, вот один человек пришел, да. Давайте отопрем ему дверь, сами посмотрим, что здесь у нас. Ну вот, он рассказывает о том, как он писал, вписал, окей. Окей, все, вот демонтируют эти двери.
Сюда поставим. Нет, не будем вообще сюда ставить двери. Лучше уж. Так, отлично. В общем, дела налаживаются, мне кажется, вполне. Отлично. Доску уносит. Так, что там песик-то нашел? И ставим новую гладильную доску. Угу. Вот так вот. Интересно, очень отпустит или нет? Вот очень интересно понаблюдать, Даша, понаблюдать. Ну вот, отлично. Новых заключенных нам привезли. Нет ли серых среди них? Нету. А, есть, есть. Вот он. Том Диана. Да, к сожалению, не на английском. Ну да ладно. А вот это какой-то, наверное, крутой человек, потому что, видите, у него бандана на голове. Мне кажется, это тоже неспроста. Ну, а теперь у нас много заключенных. Нужно, конечно же, готовиться к расширениям всяких новых территорий. И вот самое сложное будет, это именно расширить кухню. Душевую то мы сможем расширить, например, вот влево ее. На две камеры расстроить, да? Ничего уж страшного не случится. А вот с кухней реально сложно будет. То есть убавлять клетки еще у доставки не хочется. Можно, в принципе, немножко мусора убрать, да? Или погодите-ка. Вот здесь. Нет, нельзя. Нельзя? Погодите. Где у нас мусор? Мусор. Не могу найти на самом деле. Но где-то он был. Давайте экспорт. О, можно! Отлично. Тогда просто на другую сторону мы перестроим. И нет проблем. Все, тогда сейчас денег побольше у нас станет. Да. А вот эту территорию, думаю, вполне можно и отдать под склад или еще что-нибудь туда построить. Почему бы и нет? Прекрасно. Будут ходить через дорогу. Правда, и заключенных туда же будут привозить. Но ничего, не думаю, что они сбегут вот так вот. Надеюсь на это. Ладно. Так. Да утилизируйте вы ее, а? Так, отлично. Значит, патруль сюда надо завести. Вот так вот, совсем чуть-чуть. Так, здесь стоит у нас один человек. Думаю, достаточно. Надеюсь на это. О, господи. Тут у нас-то, конечно, плохо получилось. Вот так вот. Отлично. Хотя давайте все-таки сюда двоих назначим мы. Вот так вот. Отлично. И опять у нас два охранника только остаются доступными. Надо будет еще нанять, конечно же. Кстати, тут посмотрите, как теперь много, не считая экспорта, нам дают денег за этих заключенных. Прекрасно, прекрасно. Так, ну надо по... Ух ты, блин. Что здесь случилось-то? Что-то случилось. Давайте подойдем доски и еще поставим парочку камер. Угу. Так, отлично. Клонируем вот эти вот камеры, пожалуй, да? И вот сюда встраиваем, так сказать. Вот еще две камеры у нас готовы. А вот здесь остается пустое место. И это пустое место мы тоже отдадим под камеры. Точно. Давайте даже не так сделаем. А, еще клонируем. Вот так вот мы вот. Все-таки профессионально уже строим все это дело. Давайте клонировать все.
Почему же и нет? Вот только теперь надо и вот сюда быстренько построить как-то забор. Ах, блин. Так, не хотел сносить свой лес. Ну ладно, уж придется. Вот так-то. Ладно уж. Снесем. Парочка деревьев ничего не изменит. Тем более, что у нас вот тут еще куча всего растет. Точнее, кучу всего надо установить. Ну, деревьев в смысле. И кучу всего еще вырастет. Тем более, что бревен у нас и так сейчас хватает, в принципе. Так, отлично. Вот, деньги есть? Есть. Сам себе ответил. Так, сюда, думаю, надо еще провести электричество. И, конечно же, надо сюда провести нам воду. Это давайте все тоже соединим, почему бы и нет. Ну и давайте снесем вот эту вот стену. Плюс давайте заранее построим вот сюда забор с колючей проволокой. Хотя... Да, давайте. Заранее построим его. И сюда давайте заранее поставим дверь. Так, с автосохранения, да? Ну и, конечно же, давайте-ка сюда асфальт заложим. И сюда тогда давайте тоже офисную дверь поставим. Поставим. Вот, отлично. В принципе, вот сюда тоже давайте поставим мы дверцу. Ну, здесь давайте уберем ее. Уж тогда. Нет, нет. Давайте не будем убирать. Все отменил? Да, отлично. Прекрасно. Интересно, выпустили этого зэка? Нет? Так, надо, кстати, закрыть прием заключенных. То мало ли. Вот, заключенных среднего риска все меньше и меньше. Так, вроде бы сейчас все нормально. Давайте подадим еще досок. И по такому случаю давайте наймем еще два строителя. И два, давайте уже вооруженного охранника. И вот. О, дорого очень даже. Даже слишком. Давайте пока что одного. А, слушайте, а вооруженные охранники-то они не числятся, как те охранники, которые могут помогать. Блин, зачем я тогда его купил? Я думал, они могут это делать. Вот так вот, вот такой вот облом. Ну ладно, пусть тогда живет. Почему бы и нет. На самом-то деле. Ну сюда давайте тогда одного в жилой блок поставим.
Что здесь не так-то? А, дверь, может, потому что не поставлена. Сейчас поставить тогда. Мне кажется, лучше уж тогда кинолога нанять. Давайте еще одного простого охранника наймем, чтобы было больше свободных рук. И нужно будет как-нибудь еще кинолога нанять. Сколько стоят их будки? 100. Давайте купим две на вырост, так сказать. У, блин, как много. Окей. Тем временем, давайте посмотрим на потребности. Понятно. Строителей реально не хватает. Вот. Давайте тем временем мы мусов поставим сюда, вот, так сказать. Да, вот, нормально. Давайте лучше вот так вот, а то вдруг там какой-нибудь люк будет, если уж совсем на край поставить. Экспорт, сюда же. И... где это? Блин, где? Как это называется-то? Доставка. Не могу найти. Вот. И доставку. Вот так вот. Достаточно. Вот это давайте снесем. И вот это тоже получается. Ух ты, блин, само все как-то туда-сюда передвинулось. Вот, конечно, ходить им теперь дольше, но тем не менее будет больше места, а вот эти вот такие полезные места можно чем-нибудь застроить. Вот здесь вот под кухню, конечно же, а вот здесь, не знаю, под склад, под еще что-то в конце концов. У нас много всего надо строить. Тот же пожалуй, можно сюда было построить. Вот, но есть одно, но, конечно же, тут заключенные в доставку привозят их. Не знаю, надеюсь, что не будет сбегать. Блин, точно. Как же раньше не догадался. Вот сюда надо просто поставить заборчик, когда будут деньги, и тогда они же точно не сбегут. И будет все довольно-таки красиво облагорожено. Да бегать им не так уж и далеко теперь, на самом-то деле. Грузовики еще как-то заезжать туда могут. Ну, блин. Потом. Блин, я все хочу купить вот эту вот зону. Да, мы как тут налево вообще не расстраиваемся, да, потому что там лес, а мне лес жалко. Гениально, да? Ну, конечно же, будем расстраиваться. Например, вот здесь место кончится, конечно же, мы пойдем налево. Сюда тоже будем строить жилой блок. А место для леса еще дофига, блин. Вот он занимает очень мало площади и дает очень много, так сказать, бревен, которым нам и так хватает. То есть составим лесом, вот, до расширения вот этого территории не было, да. Нам этого хватало. Сейчас действительно будет очень много леса. Да, блин. Конечно, придется еще станки строить, еще, блин. Вот, и будут деньги у нас. Но, вот, блин. Можно в конце концов вот эту всю территорию оставить под лес. Здесь столько будет бревен. Ну, в конце концов, у нас вот здесь всякие территории есть. Поэтому есть нам куда строиться, есть. Но если лес мне действительно будет очень жалко, да,
не знаю, поставил просто вот здесь вот такой, не знаю, огромный блок жилой, и без проблем там все будут жить. Вот вот такие вот дела. Так, воды нет, воды нет, должны идти. Ну вот же, блин, денег еще нет. Теперь есть? Нет, уже нет. Уже есть. Отлично. Нет, вода уже есть. Сейчас еще камеры будут готовы. Отлично, отлично. Я считаю, довольно-таки все прекрасно. В принципе, все вообще прекрасно, да. Давайте ускоримся, почему бы и нет. В конце-то концов. Вот, почему-то... А, да. Вот, 7 заключенных у нас хотят... Заключенных 7 хотят еще пройти эту программу досрочного освобождения. Нормально, думаю. В принципе, что там с потребностями у нас? Нет, не то. Вот. Смотрите-ка, еще никто не жалуется на еду? Или еще просто никто не ел? Не знаю, давайте-ка вот посмотрим на питание, как у них будет с этим. Да блин, чего я? Давайте все равно расширим. Все равно надо это делать. Только сейчас это заключенный идет. Хотя, блин. Давайте снесем. Вот это демонтируем сразу же. Все, снесли, отлично. И достраиваем мы блок. Ну, не блок. Опаньки. Опаньки. Что-то случилось. А, нифига себе, он хотел сбежать. Блин, я даже не видел. Так все быстро произошло. Так, о, с дверью, нифига себе. А у них электрошоков нет. Все, отлично, помог электрошок. Там еще один бунт. Что это с ними вообще? Так, 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 так. Что-то происходит. Твен батон. Короче, блокируем все к чертям. Слишком опасно сейчас. Все нормально. Нормально, кажется. И никто не сдох. Отлично. Вот, и камеры, в принципе, для всех теперь готовы. Все отлично. Так, еще один. Это плохо. Собачка наша ранена. Ну, уже электрошок. Давай. Отлично, молодцы, молодцы. Да нормально все. Так, нет, еще один. Что с ним такое? Смотрите, уровень опасности маленький. Почему-то они возникают. Непонятно, непонятно. Так, еще кто-то вот решил. О, электрошоков-то уже нету практически. Да нет, нормально. Справляется, справляется. Не зря мы столько охранников-то накупили. Нормально. Ой, как теперь стрёмно все это смотрится. Да, блин, стена-то, стена-то. Возобновляем стену здесь. Достраиваем кухню. Сносим дверь. И ставим вот сюда. Давайте вот сюда даже поставим, чтобы они сразу туда выходили. Так, а почему у нас...
Что ты? Воу-воу. Не понял. Ну, это гениально, ну, конечно, да. И как теперь сделать так, чтобы она относилась вот к этому помещению? Давайте-ка попробуем демонтировать ее. Или... Нет, сделаем проще. Сделаем проще, конечно же. О, господи, тут вообще теперь что-то несусветное. Окей. Так. Делаем столовый общий. Вот так вот. И дверь просто ставим на открытый режим. Вот так вот, отлично. Вот, отлично. Я считаю, все просто прекрасно. Нужно склад нам расширить. И давайте сюда же кладовку перенесем, да, вот туда просто достроим блоки. Все, прекрасно придумал. Раньше бы так. Вот. Как теперь здесь у нас? Патруль. Давайте сюда заведем немножечко. Вот это только для персонала. Давайте уж поставим, раз так на то пошло. А, все, вот, нормально теперь. На нормальный ставим. Вот. Все это потом демонтируем, перенесем вниз ночью. Потому что сейчас у них вот питание. Так. Кладовка. Кладовка. Так. В принципе, может, и вот ты вот сходи сюда, в кладовку, посмотреть, что там к чему. Да нет, тут не так уж и много висит всего. То есть стоит, извиняюсь. 3 на 3 вообще нужен размер. Нормально. Нормально, мне кажется. Плюс... Вот сюда давайте расширим. Да, кстати, я знаю, что мне Коршун подсказал новый способ строительства, да. Но почему сейчас я так не делаю? Ну, просто потому что здесь все это надо объединять, все равно стены все эти снесутся, давайте снесем вот эту дверь. Вот это вот все давайте снесем также. Так, а понятно. Что-то случилось опять. Что-то случилось, блин. Потребности. Они наедаются, главное, вот 41%. Нет, могут не наесться, да. Еда кончается быстрее, чем готовят. Опаньки, с вилкой, с вилкой. С ножом. Блин, батон. Так, минутку. Извиняюсь. Сюда просто мы ставим дверь. Вот, отлично. И что ж мы делаем-то? Да в порядке все, блин. Больше шума. А, нет, плохо. Выходите все, серьезно, да. Так, еще там один. Что-то. Ох, ядовен батон. Что начать? Ю, твою мать. Боже мой. Извиняюсь, я аж матом вгнулся, если вы слышали. Блин, я ж хотел заблочить эту дверь. О, фейл. Фейл, боже мой. Один сбежал. Так. Собака, где ты? Где ты, собака? Собака! Быстрей! Ядрен батон! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Двое сбежали! Ой,
вот это фейловая вообще серия. Главное, блин, хотел заблочить, ну, поставить блокировку на эту дверь в столовую, да. И, блин, что-то загляделся на эти бунты маленькие. Блин, как так? По-хорошо, надо просить прощения у себя, но я прошу его у вас. Простите меня за такой фейл, пожалуйста. Ладно, с кем не бывает, в конце концов. Ну вот, блин. Тут же надо было так. Аж самому обидно. Ладно. Сейчас поставим дверь. Давайте вот эту дверь закроем, да? И отблокируем все это дело. Все отлично. Блин. Извиняюсь за это. Серьезно, очень плохо вышло. Это ж надо было так зафейлиться. Фейл так фейл. Ой, я их там запер. Окей. Сюда ставим мы, пожалуй, это все дело. Скажу честно, очень жалко. Вот. Вот так вот. Сюда давайте поставим дверь. Это сносим. Да, сюда просто мы отшиваем еще немножечко прачечную. Вот. Демонтируем. Ох. Надо ж мне вот так вот зафейлиться, а. Ладно, думаю, на этой несчастливой ноте можно и закончить. Что ж, если вам понравилось, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь. Простите меня, пожалуйста, за такой фейл, да, действительно, как-то фейлово вышло. Не люблю фейловать, но иногда случается. Думаю, со всеми такое бывает. Что ж. С вами был Саймон, до новых встреч, всем пока.